полку Пугачёвой с Бабкиной прибыла. 68-летняя шальная императрица Ирина Аллегрова засветилась с молодым мужчиной. Ирина Аллегрова появилась на празднике по случаю дня рождения сестры Игоря Крутого Аллы в компании интересного молодого мужчины. Популярная певица буквально сияла от счастья рядом с ним. Алла Крутая решила закатить шумное торжество, несмотря на шумиху и даже истерию и панику вокруг коронавируса, который свирепствует в мире. В то время, как закрываются аэропорты, школы, границы и повсеместно вводится карантин, отечественные знаменитости собрались в одном месте, чтобы чествовать младшую сестру именитого продюсера и композитора. Свои хиты исполнили Александр Серов, Николай Басков, Олег Газманов, Димаш, Александр Рева и многие другие. Несколько песен прозвучали из уст Ирины Аллегровой. На сцене отметился и сам Игорь Крутой. Примечательно, что на празднике шальная императрица появилась в компании привлекательного молодого брюнета. 68-летняя артистка буквально сияла от счастья рядом с ним. Видео и фото с мероприятий появились в сети, и поклонники немедленно решили, что таким образом популярная исполнительница представила нового возлюбленного, что, к слову, нетипично для артистки, которая предпочитает не афишировать подробности своей личной жизни. Поклонники рассыпались в комплиментах кавалеру, сопровождающему Ирину Аллегрову, и отметили, как они хорошо смотрятся вместе. Однако все оказалось куда проще. Ирина Аллегрова пришла на день рождения в компании своего единственного внука Александра. Как отмечает сайт «Комсомольская правда», молодому родственнику знаменитой артистки 25 лет. Он окончил факультет мировой политики МГУ и готовится выйти на дипломатическую службу. В кулуарах его называют «завидным женихом». Напомним, что Александр родился у дочери Ирины Аллегровой Лалы от отношений с Эрнстом Барсегианом. В свою очередь, сама Лала появилась на свет, когда певица состояла в первом браке с Георгием Таировым.